Юрий Иванович, расскажите, пожалуйста, когда и что с вами случилось? Была юношеская травма, такая серьезная вроде бы все, но потом очень медленно все развивалось и почти как бы незаметно. Но проблема увеличивалась, усиливалась, и я очень долгие годы жил с этой проблемой. Был студентом политехнического института и пришел вот в театр «Манекен», в студенческий тогда театр. Я ведь актером пришел, не режиссером. Естественно, что актерской карьере это начало мешать. А я заинтересовался режиссурой, где вот эта проблема не так уже важна. А может быть наоборот, в преодолении ее, вот я все больше и больше увлекался режиссерскими делами. И еще там, в том студенческом варианте театра «Манекен», я начал что-то делать, ставить. А потом поступил в Москву на режиссерский факультет, а потом начал пытаться сделать из студенческого театра профессиональный театр. Так, не помешало же мне стать художественным руководителем театра, не помешало стать профессором Академии культуры и выпустить несколько курсов актерских, режиссерских. Все равно это все как-то двигалось, это так или иначе мешало, так или иначе хотелось это как-то прикрыть, закрыть. Вот слава Богу, что на моем пути в какой-то момент встретились вы. Вот, и как я не боялся этого вообще вот факта, сейчас-то вот все проще для меня. Сейчас все проще. Я меньше забочусь о том, как это вот у меня, как это смотрится, как это выглядит, потому что, ну, как-то все встало на свое место. Юрий Иванович, расскажите, люди, которые первый раз видят вас, публичные люди, там просто знакомитесь вы, как-то обращают внимание на особенности вашей внешности, что-то говорят дети? Нет такого или все-таки есть? Да вы знаете, за других не особенно скажешь, ведь не очень это принято вот так рассказывать. Вот. Но когда так что-то такое возникает, как правило говорят, да, есть такая история, есть такая проблема, что как-то это не было видно, не было понятно, не было заметно. Ну и слава Богу. Спасибо, Юрий Иванович.